Тёма рисует у нас, да? Настюша тоже рисует. Что Настюша нарисовала? Покажи, Настюш. Вот что рисую. Цыпленка нарисовала. Бери. Вот так. Голову еще надо. Давай. Фломастерами Настюша рисует цыпленка, да? А Тёма учится рисовать. Ну, давай, еще буковку А. Папа. Папа. Теперь мама. Ну, давай теперь. Ма. Тёме фломастеры не даем, потому что он сейчас весь испачкает. И маму испачкает. Давай, вот и так. Кровать тоже. Вот так. Вот так вот. Да? Ты учишься рисовать? Настюша киндер открывает. Да, Настюша? Новый киндер вот такой. Цыпочка. Да? У тебя цыпочка? Да. А у Тимошки какой киндер? Тёма, что это? А у Тимошки овечка, да, Тимошка? Открываем? Давай откроем. Не игрушка, вот это как. Сделано. Тёма, а ну попробуй. Ну как тебе? Тём, ну как тебе? Пытаешься? Давай с мамой. Давай мама поможет. А, говорит, дальше я сама. Сама съем, да, Настюш? Вкусно? А внутри что там? Яйцо или что? Капсула. Капсула. Обычная капсула? С игрушкой. Сейчас посмотрим, какая игрушка. Ты же пьешь. Тёма, тебе много не надо. Ты попробовал и все. Давай сюда, дай маме. Дай маме. Дай. Дай, говорю. Ну все. Тёма, ты смотри на себя, какой ты. Посмотрим, что Настюша там попалась. Что за игрушка? Это кто? Не знаю. Люля. Кто это? Сейчас сделаем, посмотрим. Ой, кто это? Покажи. Это барашек. Барашек. Давай. Это такой барашечек. Ой, ты какой лапочка. Привет, привет тебе. Тёма. Тёма хочет даже капсулы съесть. Ух, я сейчас тебя вытру. А то ты... Ай, мамочка дорогая. Вот какая игрушка Настюша попалась. Это как пазл делается. Такой няшный барашек. Покажи. Ку-ку. Мама, покажи. Мы Тимошку умыли. Он чистый-чистый. Сейчас посмотрим, какая ему игрушка попалась. Да, Тимошка? Давай, маме. Вот. У Артема лисичка попалась. Артемочке попалась лисичка. Вот как они сзади, они крепятся. Как паз. И вот такая коллекция няшная. Лисичка и барашек. Будем собирать дальше? Настюш? Да. Мы еще будем покупать такие киндеры. И будем собирать дальше. Посмотрим, что еще попадется, да? Да. И может быть соберем большую коллекцию. Да, большую коллекцию таких игрушек соберем, да? Да. А кого ты смотришь? Это чей канал? Вики Шоу? Настюша смотрит канал Вики Шоу. Не знаю.
Вот какие игрушечки в этой коллекции. Зайчик, барашек, мишка, птичка такая. И еще кто-то. Это тоже зайчик, что ли? Или это белочка, наверное. Это белочка, да? Вот такую коллекцию. Хочешь всю коллекцию собрать, Настюш? Хочешь всю коллекцию эту собрать? Все, будем еще покупать такие киндеры и собирать коллекцию, да? Угу. Сейчас покажу, что я еще Настюше купила. Настюша не знает. Это сюрприз. Я только что в Пятерочку сходила. Мы сейчас находимся в гостях. Сейчас покажу. Мы сейчас находимся в гостях у тети Оксаны и дяди Жоры. И мама сходила только что в Пятерочку, купила Настюше сюрпризик такой небольшой. Я думаю, что мы послезавтра домой поедем. Ну да, послезавтра. Или завтра вечером. Что мама купила Настюше в Пятерочке. Вот такую повязочку. Повязочку котенок. Сейчас оденем, да? Мама, это повязка для сна. Нет, это не для сна, это для волос. Она стоила в Пятерочке по 150 рублей, 149 рублей с чем-то. Какая Настюша красивая, с усками. С усками такими. И с усиками. Да? Тебе нравится? Все, Настюша красивая. Нравится? Кому нравится, ставьте лайк. А еще мама Настюше купила такие цветочки, резиночки. Они по 60 чем-то рублей, по-моему. Тебе нравится, Настюша? Да. А цветочки пластые. Да, твердые цветочки пластмассовые. И они такие вот очень блестящие. Перламутровые такие. Очень красивые цветочки. Вот также поставьте лайк, если вам они нравятся. Они где-то по 50 рублей, то ли по 60 рублей. 59 рублей, по-моему. 4 штуки. Еще вот такие два леденца мама купила Настюше. Да, леденцы. Да, запакованные. Это потом. Ой. Я их поломала, по-моему. Они отломились. Как жаль, как жаль. Ну ладно. Настюша же все равно их съест, да, Настюша? Ты съешь их? Угу. Конечно, съест. Новый год. Ага. А Артем нашел себе работу, да? Артем, нашел себе работу? Тетя Оксана ему дала все диски. И он играется. Для него это что-то новое, да? Проголодался Артемочка мамин, да? Проголодался. Все, все, все. Убираю. Скажи, не смотрите на меня, как я ем. А еще мы делаем салат. Вот такой салатик делаем. Готовимся отмечать день рождения Артема. В этот салат входит фасоль, шампиньоны, курица. Вот курица копченая, маслины или оливки. Да, оливки у нас. Ну, можно маслины. Вот, и что еще? Чеснок, сухарики три корочки, чеснок, лук. Можно, конечно же, и зелень добавить. Вот, мы добавим 2 или 3 пачки сухариков три корочки. Холодец с хреном. Этот салат вообще обалденно очень вкусный. Попробуйте, приготовьте. Кто еще не пробовал ни разу, отвечаю, очень вкусный. Но я его делаю, конечно же, без лука. А Оксана делает еще с луком, с обычным или с зеленым. Еще шашлыки замариновали. Посмотрите, какая красота. Ура, мы сегодня будем есть шашлыки. Вкусно. Мясо у нас свинина. Скоро придет дядя Жора, будет жарить шашлыки. Крестный, вернее, крестный Жора придет и будет жарить шашлыки Артемочке. Правда, Артема их есть не будет. Мы будем есть. Тут Оксана чеснок нарубила для салата.
с сухариками. Скромно и в кругу семьи мы отмечаем день рождения Артемочки. Не особо, не без всякого пафоса, просто и, как говорится, со вкусом шашлыка. Кто любит смотреть, как горит костер? А какой закат красивый! Вкуснотища, а запах? Лепота! Я думаю, что никто бы не отказался от кусочка такого шашлыка. Если вы не отказались бы, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Настюша сосисочки жарит. Настюша мясо особо не ест. Она будет сосисочки. Тимосик! Вот такой у нас скромненький праздничный стол. А этот салатик у нас идет на ура. Всем советую делать. И Тимошка у нас тоже идет на ура. Все его тёмают, тёмают сегодня. Все целуют, зацеловывают. Да-да-да, скажи, мне годик, мне лайк. Мне годик, мне лайк. Чуть не забыла про картошечку. Все, я уже самоизолировалась. И будем отмечать день рождения Артема. Мужик попросил мясо, да? Скажи, мужик мясо хочет. Вот мы мужику дали мясо. Весь уже измуздыкался. Ты мой сладкий, ты уже босой у мамы, да? Босой. Говорит, а ты видел, где он? Мы уже босые. Тимошка последний раз волосами снимается, да? Скажи, я скоро буду лисий-лисий. Первая стрижка нашего мужика. Ой, смотри, мы думали, он кричать будет, а он не-не. А чего? Куси! Он лысый! Боженьки! Он такой красивый был! Ну, надо. По Божьему закону надо. Музыка, стригут на лысо первый раз в годик. Вчера годик был, сегодня стрижемся. Да, Тимоська? Ой, а потеет-то прям, как мужик. Как он, как волнуется, волнуется. Как крестный. Да. Давай мы оставим на память. Ок, волнуется. Даже не ожидала. Не ожидала, честное слово. Ну, это же он у крестного. Да, Тёмка, скажи, идете вы... Я думала, он как с пылесосом. Как услышит, так трындец. Ты, блин, вообще чё? Ну, вообще. Ну, Тимоська, Валюсь, жалко или не жалко? Судя по тому, как ты не кричишь, вообще не жалко. О, какой мужичок, мужичок, да? Какой мужичок. Ну, папа сейчас увидит с бабушкой-то, не обалдеет. Он сам балдеет от того, что ему, что его стригут. Такой, Сейчас зачем? Тёмка! Тёма! Тёма, всё? Тёмка! А ну-ка, и на колке скажи, я мужик. Его как будто медом намазали. Ну, это ж крестный делал. Крестный. Пока там нагреется в ванной, а пока не постирается, туда нельзя. Все, скажи Тёма. Пару слов. Тёмка. И мои волосы. Да ему по барабану ваши волосы. Тёма. Как ты себя чувствуешь? Скажи. Уморился летчик-пулеметчик. Уснул прямо за рулем. За рулем самолета. Куда ты едешь? Домой? Домой едет. Огостились. Тёма шпит. Наконец-то мы дома. К
как говорится, хорошо в гостях, а дома лучше. Сразу видно, что приехали. Только что приехали. Сразу видно. Вон, тут все полное. А что купила? Кое-что купила, кое-что дали. Тут целая сумка книг по кулинарии. Я потом все это покажу. И в фикс-прайсе там сходила, тоже набрала кое-какие вещи к Пасхе. И в Пятерочке. И тут, он какой бардак. Перебирали по-быстрому игрушки. Кое-какие отдали, с которыми Настюша не играется. А Артем взял и рассыпал всю мелочь сюда. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте про лайк, не забудьте про подписку, если еще не подписаны. И обязательно поделитесь в комментариях, как вы любите отдыхать и где. Я с удовольствием прочитаю. Пока-пока!